Ко мне обратился пациент с жалобами на боли в области грудной клетки грудного отдела позвоночника. В процессе осмотра обнаружил миофасциальное напряжение в ягодичной, поясничной области, области плечевого пояса, шейного отдела позвоночника, даже напряжение жевательных мышц и дисфункция височно-нижнечелюстных суставов. Задав уточняющие вопросы, обнаружил, есть также жалобы на слабость мышц предплечья с двух сторон. Пациенту сложно сжимать кисть, ему сложно удерживать на весу тяжелые предметы. Устранив дисфункцию мышц предплечья, я провел тестирование и выявилось, что все те симптомы, с которыми обратился пациент, уменьшились. В процессе лечения я устранил все оставшиеся дисфункции, пациенту стало значительно легче. Я каждый раз удивляюсь, как организм интересно компенсирует свои проблемы. Чтобы усилить функциональность мышц предплечья, кистей, рук, весь организм напрягался, когда человек поднимал тяжести. Даже жевательные мышцы напрягались, чтобы усилить мышцы предплечья, что, конечно, привело к напряжению и болезненности, так как мышцы выполняли несвойственную им работу, несвойственном им формате.